Привет-привет, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сейчас я вам расскажу об одной новинке из каталога номер 4 компании Oriflame. Я думаю, что это будет продукт, нужный многим людям. Это крем от Натоптыши, крем-сыворотка от Натоптыши. Сейчас красиво вам покажу, вот так это выглядит. Но не будем тратить время на бумагу, мы посмотрим его вживую. Вот так выглядит этот крем. Он приходит в коробочке, 30 мл объем, с желтой крышечкой, чтобы он отличался от других кремов. И очень удобный носик-дозатор, через который небольшое количество сыворотки, то есть это и выглядит как сыворотка, видите, такая капля густая. Богатый состав у этой сыворотки: входит салициловая кислота, которая смягчает ороговевшие слоя и отшелушивание мозолей, комплекс минералов, то есть медь, цинк, магний, железо для защиты и ухода за кожей. Далее витамин Е, он дает увлажнение, укрепление кожного барьера и уход за ногтями, кстати. И масло чайного дерева, антибактериальный эффект и ощущение свежести. И все, что мы за зиму натоптали, нам срочно нужно растоптать. То есть небольшое количество сыворотки нужно нанести аппликационно на те зоны, которые пострадали. То есть это... Ой, слушайте, как вкусно. Нужно носить два раза в день на эти проблемные зоны. Естественно, кожа должна быть чистая, поэтому помыли, нанесли, дали впитаться и побежали дальше. Пахнет обалденно вкусно, пахнет невероятно. Кстати, я не ожидала, что эта сыворотка будет так вкусно пахнуть. Ой, буквально за неделю устраняет мозоли и натоптыши, то есть это здорово. И ощутимо будет смягчаться кожа. Вот я нанесла сыворотку, достаточно большую каплю на маленькую площадь, и я чувствую, что она еще мокрая, то есть нужно либо брать меньшее количество, либо вот эту каплю рассчитывать на большую зону, то есть наносить, потому что впитывается быстро, но нужно просто чуть поменьше. Слушайте, какой кайф. Я себе закажу обязательно и поделюсь своими впечатлениями, потому что у меня есть кое-какая проблемка, которую нужно решить к сезону босоножек. А я думаю, что в этом году у нас как-то март мы пропускаем, и уже скоро совсем март кончится, то есть будет май, июнь, июль, август, и нужно, чтобы ножки выглядели просто идеально. Поэтому буду делиться своими впечатлениями в обзорах. До новых встреч, всего доброго, пока-пока.